І до нашого ефіру вже приєднується наступний гість. З нами на зв'язку Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо. Мої вам вітання. Привітання. Добрий день. Ми бачимо остання заява. Вона ми скажу нашим глядачам, що ми з вами будемо говорити про Білорусь і відносини України і Білорусі. Буквально з попереднім спікером ми говорили про те, чому ж Україна і досі не розірвала дипломатичні відносини з Білоруссю. Скажіть, будь ласка, у вас є пояснення на це? Значить, смотрите, мені кажеться, що от українські власті, вони повторяют ту ошибку, которую, в общем-то, они сделали перед февралем 22 года. Да? Они пытаются получить с белорусского вот направления какие-то гарантии, обещания, уверения, что не будет атак, не будет вот дронов, да, запущено и так далее. Но мы же видим, что это абсолютно бессмысленно. Да? Вот помните, ваш министр обороны Алексей Резников, он рассказывал о том, что за несколько дней до начала войны он созванивался с министром обороны Беларуси Виктором Хлениным, и тот ему клятвенно обещал, что никакого удара не будет. Да? Ну, что было дальше, мы все видели и помним 24 февраля. Получается, что вот у вас на Банковой до сих пор есть какая-то вот группа влияния, которая считает, что можно с белорусскими властями выстроить какие-то вот отношения, да, которые бы были Украине выгодны в этой ситуации и каким-то образом бы все-таки уберегли ее, да, я не знаю, от открытия снова вот этого вот Северного фронта, от новых ударов и так далее. На мой взгляд, это совершенно невозможно. Минск сейчас, он абсолютно находится на 100% под влиянием Москвы. И вот что скажут, то Минск и сделает, да. В некоторых случаях, я думаю, они даже спрашивать не будут. То есть то, что на юге Беларуси сейчас хозяйничают российские военные, которые ничего не будут спрашивать ни у Лукашенко, ни у Хренина, да, ни у других белорусских военных. Они просто будут делать то, что им приказывают из Москвы. Это факт. Вот. И, ну, не знаю, как там вот, кто вокруг Зеленского, да, определяет политику в отношении Беларуси, как это все работает, да. Но мне кажется, повторюсь, ошибочным совершенно мнение, что можно каким-то образом с Лукашенко договориться для пользы Украине. Цікава думка, насправді. А от ви сказали таку тезу, що Мінськ 100% під впливом Москви і там роблять все, що скажуть у Москві. Але ж ми можемо припустити, що в Москві дуже хочуть, щоб Мінськ оголосив мобілізацію, але Лукашенко цього не робить. Ну, мобилизацию, не мобилизацию, но, конечно, я думаю, что в Москве хотят, чтобы он запятнал себя еще и вводом белорусских войск, хоть каких-то спецназовцев, да, кого-то боеготового в Украину. Да. Ну, вот этого пока что не происходит. Может быть, это какой-то такой последний рубеж, последний его козырь, да, вот в обмен на который он требует от Путина еще чего-то. Хотя вот мы видим, во-первых, что на прошлой неделе кредит $1,5 миллиарда Россия пообещала Беларуси. Да? И вот сейчас, в принципе, у Лукашенко проходит совещание с силовиками. Вот оно началось в 11 по Минску и по Киеву. Еще пока не ясно, что они там обсуждают, но вполне возможно, они обсуждают и возможный удар, возможное участие в рамках ОДКБ или еще каким-то образом участие белорусских солдат, да, офицеров в этом конфликте. Может быть, не с территории Беларуси, а через так называемые ДНР и ЛНР, но, тем не менее, может быть, вот именно это обсуждаться. Ну и мы же видим, как вот российский нарратив, вот этот вот, придуманный для оправдания агрессии, о том, что если бы Россия не напала, то НАТО бы напала из Украины, или сама Украина бы напала на Россию, я не знаю, какие там вот эти вот фантазии, да, как белорусские власти его транслируют. Это вот о чем мы с вами собирались поговорить, это вызов украинского посла в МИД Беларуси, вручение ему ноты, да, это да, вот продолжение этого комичного и трагичного одновременно мема, да, про вот вам карта, я вот вам покажу сейчас, откуда готовилось нападение, да, и все такое. Ну, вот этот российский нарратив, он транслируется как бы целиком и полностью, да, для оправдания агрессии. Вот мы это видим. И опять же, вот возвращаясь к тому, что я говорил чуть раньше. Значит, в Минске заявляют, что Украина готовит удар по территории Беларуси.
вручают ноту послу, да, на полном серьезе все это происходит, и через полтора суток, да, двух дней не прошло, Россия обстреливает территорию Украины, выпускает 75 ракет, вот Залужный сказал, да, 41 сбивает ПВО, да, то есть это вот такое вот двоемыслие, да, вот оно идет, мы на словах ждем, ну, белорусские власти, да, вот они на словах ждут удара с территории Украины, но по факту никакого удара с территории Украины не происходит и не может произойти. Зато с территории России по территории Украины происходит удар. И, ну, Беларусь как соагрессор, конечно, имеет тоже ответственность. Я про це і хотіла, ми просто ще не дійшли сказати. Просто для контексту нашим слухачам скажу, що у суботу увечері до білоруського МЗС викликали посла України в Мінську, а посол там ще є, бо ми ж проговорили, Україна не розірвала дипломатичні відносини з Білоруссю. Так от, викликали посла Ігоря Кизима, йому вручили дипломатичну ноту, де стверджувалося, що Україна нібито планує удар по території Білорусі. Ну і в МЗС, звичайно, ну, вкотре сказали, що кинули це і назвали це інсинуацією білоруського режиму. Але, правда, не минуло й двох діб, як Росія завдала ракетних масованих ударів по Україні. І ми ще не бачили остаточних, якби, зведень. Є такі уривчасті повідомлення, але навіть ці уривчасті повідомлення я десь відслідковувала, що були підозри, що частина дронів могла вилетіти також, камікадзе-дронів, із території Білорусі. І, ви знаєте, було також повідомлення від Міноборони Литви, міністра оборони Литви, про те, що, мовляв, замість ядерної зброї Путін використовує Лукашенка. Ну, Лукашенко как бомба. Я вот хотел бы прокомментировать эти дроны, да, насколько я понимаю, о них сообщил сейчас Виталий Ким, но Ким довольно далеко, он на юге Украины, да, было сообщение о том, что, значит, эти дроны пересекли северную границу, да, и там в Волынской области, значит, полетели. Мне кажется, что все-таки про дроны это пока что скорее информационный вброс. Вот про российские дроны, которые на территории Беларуси базируются, вылетают. Все-таки, ну, как минимум, сегодняшняя атака она с там, Черного моря, да, из других регионов. То есть, ну, вот не напрямую. Прямо вот Беларусь, она запятнана вот этой сегодняшней атакой. Но, с другой стороны, конечно, может быть все, что угодно. Если россияне решат использовать белорусские авиабазы для базирования этих шахидов, да, и для того, чтобы запускать их там по Житомирской области, по Ровенской области, то это произойдет. То есть тут оправдывать как-то, да, выгораживать Беларусь, ну, невозможно, это, ну, это будет, если как только россияне, ну, они решат, что это целесообразно, что это им надо там в военных интересах и так далее. Но пока что это все-таки, наверное, вбросы, да, вот для разжигания. А скажіть, будь ласка, а взагалі щось відомо про дислокацію цих дронів чи перебування цих дронів камікадзе в Білорусі? Є якась підтверджена інформація про це від журналістів? Да, абсолютно ніяких підтверджень нет. Публікували фотографії. Ну, от є такий Україна сейчас очень большой паблік. Он публікував фотографії. Та фотографія була мартовська, стара. Ну, на ней что-то похожее на дроны было вот на аэродроме, но потом они сами признали, что все-таки это мартовская фотография, то есть пока что нет. Нет свежих спутниковых снимков этих белорусских аэродромов, там в Зябровке, в Лунинце, откуда дроны могут взлетать, и нету подтверждения от местных жителей, что эти дроны там уже дислоцируются. Что не означает, конечно, что этих дронов там нет, вот, но пока что нет и подтверждений. От коли ми з вами починали говорити, була інформація про понад 70 ракет, які випустили, але зараз уже заступниця міністра оборони Анна Маляр говорить про те, що 83 ракети випустили по Україні і 43 збила протиповітряна оборона. Добре, дивіться, також українська розвідка днями повідомляла про те, що нібито президент Росії Володимир Путін все-таки не втрачає надію і схиляє Лукашенка до відкритої війни проти України. Мені здається, він це робив з першого дня, але Лукашенко чомусь це не робить. А звідки в Лукашенка оця
я не знаю, можливість і простір для маневрування? Чи це така політична, така, не знаю, гібкість, да, російською мовою? Як так виходить, що він напряму не вступає у війну? Лукашенко вообще все 30 почти лет, сколько он у власти, кормил белорусов мирным небом, значит, тем, что никогда Беларусь не вступит в наступательную войну, никогда наши солдаты не будут погибать на чужой земле. Вообще вот этот нарратив про мир, только бы не было войны, да, вот белорусские власти, они свою всю идеологию строят на Второй мировой. На победе, ну, они ее, конечно, называют Великой Отечественной, да, на том, что вот мы тогда так, нас война обожгла, что мы ни в коем случае никогда больше не вступим ни в какую войну. И, конечно, отправлять белорусских солдат погибать в Украину, ведь Лукашенко, он не дурак, он понимает, что сколько бы он белорусских солдат в Украину не отправил, их там ждет та же судьба, которая уже постигла российских солдат, там многих, да, и нет, не надо думать, что белорусская армия боеспособнее российской, да, может быть, у нас воруют меньше, да, может быть, там наши танки и БМП лучше смазаны, да, может, в них там больше горючего и так далее, но это нет никакой принципиальной разницы между там белорусской техникой и российской, между белорусскими солдатами и российскими солдатами. И, конечно, для Лукашенко это будет катастрофа, если он отправит солдат туда, они погибнут там. Солдат, офицеров — это семьи несчастные, да, лишенные кормильцев. И это может спровоцировать очень серьезный социальный всплеск. В Беларуси, ведь когда началась война, это совпало с референдумом по Конституции, и были большие антивоенные выступления, и там было больше 1000 задержанных в Минске. Ну и надо понимать, что это на тот момент было 1,5 года непрерывных репрессий. Люди, которые выходили, они прекрасно понимали, что их задержат, что они будут сидеть, это был февраль, холодно, да, они будут сидеть в изоляторах по там 15-30 суток без постельного белья, без нормальной еды, без зубных щеток, да, без подушек. Они будут подкладывать под головы там пластиковые бутылки и так далее. Но они все равно вышли. Вот. И раз люди просто вышли против войны, да, когда война началась, то как они могут выйти, если погибнут белорусы, да, то есть если будут семьи, прямо, которые вот из-за этой поддержки Лукашенко Путина, да, они лишатся, ну вот, людей, да, живых кормильцев там и так далее. Он, конечно, этого боится. Я думаю, что именно это он Путину объясняет. Тоже сложно сказать, да, что там между ними происходит. Вот. Но, тем не менее, скорее всего, вот этот фактор он Лукашенко очень сильно останавливает. Если бы он чувствовал, что он уже подавил весь протест, да, если бы он чувствовал себя вот полноправным хозяином в Беларуси, он бы, конечно, я думаю, уже давно отправил войска, потому что Путин от него этого хочет. Но поскольку... можно я вас тут... Да, конечно. Мені колеги надіслали термінову новину, повідомляється, що російська медіа Астра повідомляє, що Путін і Лукашенко договорились о розвертуванні совместной регіональної группировки войск. Ви теж зараз погуглите, так, в такий спосіб подивитись. Але чи це не те, про що от ми зараз з вами говоримо? Чи це не початок ще одна спроба? От «Медуза» теж підтверджує, російське видання, ще одна спроба почати атаку з півночі України. Ну, интересно, что значит вот это вот слова «совместная региональная группировка войск и развертывание», да? Возможно, речь идет все-таки о какой-то группировке на границе с Украиной для обороны Беларуси, да, или чего-то. Я вот вижу сейчас первый комментарий в телеграм-канале пресс-службы Лукашенко, и он чисто вот продолжается вот этот традиционный политический стендап про, значит, то, что нас предупредили о нанесении удара по Беларуси с территории Украины, как было заявлено, мы сделаем так, что это будет Крымский мост 2. Да, то есть мой ответ, типа, не смейте прикасаться своими грязными руками хоть к 1 метру нашей территории. То есть пока что это вот не идет. А скажите, пожалуйста, а в Беларуси, серед белорусов, взагалі, можно разыграть эту карту? Они хотели на нас напасть,
А ми от превентивний удар, що на ну те, що цю карту ж розіграли в Росії. Та ми зараз навіть від своїх друзів і родичів в Росії часто можемо почути. А якщо б не ми напали, так ви б на нас самі напали. Можна цю карту розіграти в Білорусі? Чи не чи люди аж настільки не під власні пропаганді? Можна, можна розіграти, і ми теж все це бачимо в Білорусі, як працює ця пропаганда, і все більше становиться людей от іменно з цієї, от, а от не все так однозначно, да? Все більше людей на вопрос, ви підтримуєте агресію Росії в Україні, відповідають, затрудняюсь відповідати, да? То есть это вот люди, которые раньше они эту агрессию не поддерживали, они переходят вот в этот лагерь, затрудняюсь ответить. И это, конечно, большая трагедия, и это ясно, что эта пропаганда работает, и эта карта разыгрывается. И то, что вот такие вот, как мы их называем, болота, да, люди, которые не с Лукашенко, но и не с оппозицией, да, вот они, вы нас не трогаете, да, мы в политику не лезем, там и все остальное, что они в ответ на антивоенные аргументы начинают говорить, ну вот они же тоже хотели напасть, но там же НАТО, там Украина выступает в НАТО, да, это просто факт, да, и таких людей становится все больше и больше в Беларуси. Ну потому что пропаганда, она как бы мы, вот мы скептически к ней не относились, на людей она действует. Она так сделана, чтобы действовать на людей. Чем больше ее будет, а в Беларуси сейчас просто огромное количество, ну, тем больше будет вот таких вот. Павло, дякую вам дуже, що ви приєдналися до нашого ефіру і так детально розповіли про білоруські настрої. Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо. Тримайтеся. Дякую, тримаємось. Я ввогулі здивляюся вашій мужності. Ви там сидите у Києві, да, і ведете ефір. Ну, просто велика повага від білорусів, від білоруських журналістів, українцям. Я думаю, так, це всьому народу України зараз було адресовано. Дякую дуже, що приєдналися до нашого ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.